помочь всем миром. На фабрике «ним» прошел благотворительный концерт, направленный на сбор средств 15-летнему Тиграну Аручуняну. Врачи поставили мальчику страшный диагноз – первичный иммунодефицит или средиземноморская лихорадка. На борьбу с недугом требуются колоссальные денежные средства. Одна ампула необходимого для лечения препарата стоит 600 тысяч рублей. Название творческого вечера «Звезда по имени Солнце» несет общую идею и замысел организаторов концерта. Сейчас он является тем снегом, который лежит на самой вершине горы, и жизнь его идет по очень стремительному пути, очень быстрому. Так сгорали Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Марина Цветаева. Но у него еще есть такой шанс спуститься вниз и пусть прожить не так ярко, не так бешено, но спокойно и долго. И я думаю, что у него это действительно получится. Арина Чеканова немногим старше Тиграна, ей всего 17. Стать организатором благотворительного вечера в столь юном возрасте девушку подтолкнуло искреннее желание помочь. Идейным вдохновителем для Арины стала американская актриса и гуманитарный деятель Одри Хёбберн. Для меня Одри Хёбберн является большим кумиром, и я ее очень люблю. А вот, наверное, один из моих учителей, который сказал мне, что надо это делать. Но это очень сложно. Стоимость билета 200 рублей. В сравнении с жизнью ребенка сумма чисто символическая. Гораздо более ценна поддержка. Во время концерта на сцену вышли музыкальные и танцевальные коллективы города. Но самыми запоминающимися оказались мастера художественного слова. Александра Фомина для этого вечера выбрала произведение Марины Цветаевой с символичным названием «Преодоление». Не обидужу русскую кровь. О, не люблю синий волос держи. Все большое складывается из мелочей. И сегодня мы делаем концерт. Завтра кто-то сделает еще какую-то благотворительную акцию. И понемножку своими силами мы обязательно сможем ему помочь. Еще одна участница концерта – актриса Ивановского Тюза Мария Кукушкина. Она прочитала отрывок из песни «Невинности» Бродского. Мы учебник прочтем, вопреки заглавию. Все, что нам приснится и станет явью. Мы полюбим всех, а в ответ они нас. Это самое лучшее, плюс на минус. Это стихотворение о жизни во всем, о том, что мы должны брать, пока в наших жилах идет кровь, и пока мы живы, пока мы молоды. И это стихотворение о нашей полноценности нашей жизни. Вечером вторника на фабрике «ним» собралось много творческих людей. Каждый готов был помочь. Кто-то деньгами, кто-то добрым словом. Тиграну сегодня важно и то, и другое. Организаторы надеются, что мальчика удастся спасти. Нельзя допустить, чтобы его совсем недавно зажженная звезда так стремительно погасла, даже не успев разгореться. Полина Панасицкая, Алексей Гарин, РТВ Иваново.